Замечательно. Я уже что-то уронил. Идея такая. В прошлый раз замечательно побегали Team T Trainer Run. Я хочу продолжить. Я ж не стал вне стрима его проходить, потому что это слишком весело. Здорово, арбуз. Станция абсолютно пуста. Стрим по этику на каждый день. Этот гада получу, будет не так интересно. Да. Что у нас тут получается? Даже на Терри сейчас нет онлайн. Я имею в виду 15 онлайн. Это то обычно, на каком онлайне мы и стримим. Фулл-тайм стримером? Нет, вообще. Здорово, Михан. Здорово, Роскус. Не фулл-тайм. Есть настроение, есть время, я подрубаю. Типа, я сегодня видосом позанимался, поработал. И в планах я в бар хочу съездить. Но сейчас время еще 6, рановато. Еще хотя бы пару часов. Чтобы совсем рано не въезжать в стройку. Поэтому решил постримить. Так, часа 2, может 3 побегаем. Фулл-тайм стример по Айзеку? Не. Танцу нужно стримить фулл-тайм. Как только ты разрешаешь стримы, я буду почаще подрубать. Ну или когда партнерка с твичом образуется. Здорово, Кэл. Расмус, Алигат. Так, TMT Trainer Run. Наш любимый. Сегодня днем побегал. Я сделал этот чертов ран. Вот этот вот. Пока Сварц. Там, где ты начинаешь с мега-сатаны, у тебя 12 демов, и ты идешь вниз. Это было много рестартов. Это было такое много таких, типа, ну я, наверное, смогу. Нет, не смогу, у тебя урона нет. Пока я не заролил айпикак и лазер 0.5. Стало все попроще. Я еще вот этот ран, но я его ужасно ненавижу. И вот этот ран, это будет больно. Ну это так, оставим до лучших времен. Здорово, Кукис. Знаете, что я еще хотел? Я хотел перенести все сюда. Да? Вот сюда и чат туда перенести. Чат оверлей. Вот так. Библиотека. Это знаешь, что значит? Это значит больше итемов для нашего прекрасного рана. Чат, наверное, много закрывает. Чат, что вы такие? Что вы такие? Куда уехали? Вот так. Получше. Роксис. 2к подписчиков на Твиче, да. Ну, как и с многими вещами, я считаю. Просто нужно этим заниматься. И все будет расти. Главное в таких делах, да, в принципе, во всех делах, стабильность. Тут, смотри, меня даже Twitch благословляет рандомом. Ну, да, я имею в виду, например, вот, давайте не будем тему продолжать. Сундук. Нам нужен ключик, но не для сундука, а для библиотеки. Опа, сюда. Найс ключик. Зачитался чат, неплохо. Записи стрима пришел. Да. Нет. Нравится Тайтан. Я не понимаю, откуда у нас бомбы. Они просто появляются. Стоял, посмотрел. Да. Так, у нас тут есть ключ. Бомбы просто появляются. Это я взял один итем.
Бомба появляется, когда я что-нибудь подбираю. Yes. Так, а можно мне монетку тут? Или может несколько? Так-то... Ага, я знал, что это... И... Так, вот монетка есть. Что мы делаем? Прожимаем, подбираем, есть бомба. Есть таблетка. Таблетка, еще бомба. У нас есть ключ. Сбросить... А, точно. Да, можно же сбросить, подобрать. Бесплатные бомбы. Работает 2К. 23-м. О. Ну. Спать иди? Я прекрасно поспал. Я проснулся в часов в 10 утра. Вот этот режим, который мне подходит, нравится. У нас есть ИТМ. Что он делает? Не знаю. А, видишь, за зерной мартыхой. Хорошо. Это... Так, можем... У нас два сердца. Давайте подберем и другие, да. Сердца дали. А, значит, можно даже очень простые гранаты. Наверное, даже... Один юнит водокалий будет работать. Для того, чтобы активировать. То есть, гиммик не потерян. Четыре тема на первом этаже. Будет пятый. Еще плюс, ну, что в обезьянах можно и вскрывать гранаты. Можно, например, даже банально сумку положить, чтобы время экономить на обезьянку. Ключ купить 5 монеток. А нужен сундук открыть, в принципе, может. Здорово, гачкат. Бомба. Можно еще что сделать? Можно какой-нибудь... Что на обезьянку можно? Можно, наверное, только шапку. Шапку повара, либо федору нацепить. И туда положить гранату. Чем вчерашний ран закончился? Я погиб на... В сундуке уже, получается. А что я туплю-то? Мне ключ купить надо. О, лост. А, нет, это не тот лост. Это не тот лост, который тема дает, тот, который стреляет. Что, в принципе, неплохо. Он половину урона дает. Найс. Мега ставки. Может, будет. Может, нет. Гечка, то есть несложно, поставь там на победку или нет. Давайте сам сейчас поставлю, что. Кто это я? Зажирался, что ли? Ставил же ставки. Могу же. Как раз первый этаж зачистили, еще не померли. Окей, бомба. Так, сюда. Прогноз. Начать прогноз. Так, умрет? Нет, нам нужна победа с питанием. Победа или смерть? Доехать до хаты. На остановке просто. Надо. Надо заскамить на пыль уже. Так, на остановке. Две маршрутки пропустил уже. Так, ставочка пошла. А, ставочку я на сколько-то дал? По времени. Подожди. А, на 2 минуты. Нормально. Саунды на Брантейсе вырубил. Но мне кажется, тот Морти с того стоил. Нет? О, давайте возьмем сердечко.
Я не знаю, что это было. Но оно бахнуло. За 2 минуты не умри, ток. Мне переделать, может быть, ставку? После того, что вы видели. Мне кажется, это будет каждый раз, когда я подбираю тем. Здорово, кокос. Большая комната. Таблетку пока есть не буду. Мы с нее бомбу можем получить. Мешочки. Что за ставки? А, на Твиче ставки. По сути, чат, ну это смерть, вы понимаете? Я, с вашего позволения, ставку отменю. Потому что это... Она еще не закончилась, когда я вот это подобрал. Удалить. Если бы я подобрал это после ставки, когда она прошла уже. Да, все нормально. А так нет. Я не люблю скамить людей. Сегодня. Не в настроении. Окей, нам нужно только подобрать тогда предмет и возможность его получить кого-нибудь пироманьяка, иммунитет взрывом. Ставка была 2 минуты. Да могу убирать заряд. Нет, это у нас эти мухи желтые заряд едят. Найс. Урон-то неплохой. Даже с этих. Зачем я подбираю сердечко? Что я рассчитываю этим добиться? А и сундук открою. Пойдет. Мушку убрать. По себе урон замечательный. Это может быть активный предмет? Нет, это я когда последний подобрал. С этим активным предметом прошлый этаж прошел, было нормально. Так, сейчас в большой комнате проверим наш предмет. Половину врагов убить. Привычка. Привычка подбирать все. О, чат, сейчас смотрите, берем предмет, он дает нам иммунитет к взрывам. Или нет? Просто не поднимая предметы, да. Был бы урон. А его же нет. Реально фармить 99 дамага. Можно больше. Там довольно странная система. Некоторые предметы дают урон, а некоторые дают модификатор урона. Вот на модификаторах урона, если ты перед этим набрал много предметов на урон, можно много. Ну, 300, скажем так, в реально. Ну, в ране, в сломанном ране можно набрать. Он погиб. Я тоже почти погиб. Пора, мне кажется, новый ран начинать. Так, я вас не люблю. Я хотел взорвать напоследок. Пилюли full heal. Надо было, я хотел через пилюли уже погибнуть. Так, опять же, начинаю ставочку. Если будет предмет, который меня убьет, начать прогноз. Победа. Смерть. Криповая комната. Звука нет. Когда звука нет, вайзики, да, крипово, тогда. Ну, закончились у них, видимо, эти аниматоры. О, светло. А вот и предмет. О, нет. О, ну ладно. Это... Подожди, а что у меня... Почему у меня эффект шоколадного молока? Это мне активный предмет? Интересно. Только здесь сегодня, да. Да, играть негде на станции. Я собирался в бар съездить.
Поэтому... Допоздна сидеть не хочу. В субботу уже поиграем в станцию. Я не очень люблю шоколадное молоко. Неудобно им пользоваться. Я думаю, если там что-нибудь типа Полифимус у тебя, да, наверное, а так... Кровать. Дурма геймплей. А на боссе сработает? Нет. Мы лост. Слава богу, хп. Не лост, точнее, это эффект мертвого голубя, по-моему. Ах ты! Ненавижу этого. Ненавижу этого босса. Ты был бы лучше, как кровать, хочу сказать. А могу прям тут пос... Я тут немного передохнул, не против. Кроватище. Прекрасные звуки. Что же это нам дало? Я хочу, наверное, секретки могут быть в четырех местах. Нет, могут быть в двух местах. Да. Ну, у нас как раз две бомбы. Дамидж дал. Так, пока на подборе предметов у нас ничего нет. Эффекта. Хорошо. А, кстати, хороший, наверное... Мы можем, по сути, хп шести восстанавливать на кроватях постоянно. Мне нравится то, что я вижу. Здорово, Берсомнос. Стрим четверг, Хаски. Да. Просто Айзека погонять пару часов. Личный предмет обычно содержит минимум 3 эффекта, в том числе если предмет активный. Возьми мир в бар. Гачикат. А вот и спонсор моего сегодняшнего похода в бар. 1000 рубасов. Спасибо. Большое. Заодно хорошо напомню по поводу истории. Я Миру как раз таки брал в бар, когда она себя вела нормально. У меня есть переноска. Это было очень сложно найти переноску енотских размеров. То есть это самая большая переноска, которую я смог найти в городе. И она все равно здоровая. И все равно маленькая для енота. Побольше пил. Бар был по типу фолк бар. Такой весь в дереве. Там, я там зависал. В итоге у меня знакомые получились. Что бармены, что официантки. И я такой, разговариваем. Давайте, говорю, днем приду с енотом. Пока никого нет, типа. Что никто не будет возмущаться. И главное, что для енота спокойнее в пустой бар прийти. Приезжали. О, мне этот. А, нет, это не тот там. Ей было весело. Там была чучелка лиса. У меня где-то есть, кстати, фотография, где она с этим чучелком лиса. Я в Дискорд скину. А потом она вся просто... Собачьи переноски не подходят? Ну вот, даже собачьи. Они как бы рассчитаны на маленьких собак. Потому что... Ну это, опять же, я был ограничен тем, что я мог найти в магазинах. Не хотел заказывать. Искать. Так, что нашел. Вот, и... Так, у нас бомба... О, вот это бомбануть. Потом она начала плохо к переноске относиться. Сразу просто зубами в решетку и все, и ни в какую. Я перестал с ней кататься. Пиксельный стримлер? А... Ты брал станцию? У меня камера, конечно, не самая лучшая. Где что меня надамажило? Или показалось? Камера, конечно, не самая лучшая. Но пиксели все еще, наверное, не видно. Так, а, кстати, мы можем зайти в шоп. Сложно. Ну да, когда она маленькая была, скажем так, до 2 лет, она прям очень активная, много игралась.
Сейчас поменьше. Так, что нам нужно было? Ключ. А? Я не хочу КПХПшку тратить. Можно, но не хочу. А вот и ключ. Вот и бомба. Ну, только бомба нужна. Вот и бомбы. Сейчас у нее по характеру... Характер у нее биполярка. Она иногда прям добрая, хорошая, там глазится, чесаться лезет. А иногда так просто как сука себя ведет. Максимально. Прекрасно. Все вроде. Рип геймпад, столько кликать. О, нет. Нет. Упал. Сюда, сюда. Я с возрастом перестал драться лобой. Ну да. Спокойнее все-таки становятся животные. А, Devil Deal я не хочу. Не знаю, что покупаю. А можем КП восстановить же через кровать. Заливаем. Все for you. Chief Engineer для вас. Нож. У меня есть нож. Я не побоюсь его. Вот нож с шоколадным молоком уже хорошо. Такается урон и как бы... Когда есть такие модификаторы, которые ты все равно не спамишь. Я могу подобрать ножом? Нет, не могу. Лондон. Хаос Рейн. Я предпочту кровати. А, конечно, пауки хорошо. А, у меня как бы форма Лостона, и я летать не могу. POV, ты зашел в дормы. Золотые. Я согласен. Хермит. Полетели. За 6? За 6? Спрашивайте еще. Ключик бы купить, наверное. Я первый раз такую комнату вижу. Но я не против еще раз ее увидеть когда-нибудь. Окей. Да, в Айзеке очень много крайне редких комнат, которые ты, наверное, один раз за 100% ачивок увидишь. И план Айзека часа 2-3 поиграть. Я хочу в бар поехать, и на станции сейчас онлайна нет. Давай, гриб. GameKit Temporary. GameKit. Но иногда Man. Прекрасное описание предметов. Урон забрало, да? А, это шоколадное? Слушай, хочу лишь. А где, кстати, наш нож? Куда у меня забрали нож? Нет, я хочу кровать оставить, наверное. 4 монетки. А, давайте. Так, нам еще комнату с предметом. Может, в определенной комнате появляется. На кухне. На определенной комнате называется она Лондон. А, знаете что? Это предмет, скорее всего. Плюс мы не получили комнату ангела. Нас можно телепортнуть.
Вот, вот, пожалуйста. Получили урок. Росбласт плюс 5. Мне глаз на... Мне глаз на затылке. Неплохо. Будем ли мы продолжать? Разумеется, будем. Я хочу обратно, мне это не нравится. Нам побольше контейнеров для сердец, чтобы кровати побольше давали. Плохая комната для боя. Ключ. Кстати, вспоминая старые видосы, а на ТГ все еще можно при помощи посоха культиста телепортировать за собой, да, можно. Но не только тела, не только трупы, живых в том числе. У меня есть идея как-то сделать джампскейр какому-нибудь Косу или Капитану, просто обнимаешь его и сразу телепортируешь куда-нибудь в космос. А так, да, штука имбалансная, ну как, и мало пользуется. И мало пользуется, и она, по сути, выигрывает для культа много чего. Посох культиста, Veil Shifter, тот, который телепорт дает тебе по прямой. Trail of Tea, след из чая, прекрасно. Пока что выглядит практически как нормальный ран. Таблетка съедена. Просто мне вчера на прошизе выпал культ, и я так не успел проверить, работает ли он так же. Но говорят, что может только своих тиммейтов ТП-6. Грустно. Это очень хорошо для конверта. Ты кого-нибудь застанил, хватаешь его и телепортируешься поближе к руне. Не хватает этих взрывов с подъемом предмета. У нас еще будет шанс. У нас еще много шансов будет такие предметы получить. Так. Бум. 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 Урон. Слабенький урон. Можно побольше. Нам нужен урон. Получили минус удачи. Узнал, что было культиста роняет при попадании. Да, есть такое. Она, по сути, работает как reinforced ball. А? А чего я получил урон? Мне он плюнул? Я получил урон красного сердца. Предмет. Чат. Я... Началось! Началось! В арморе энергощит. Неплохо. Поймать ее можно? А, поймать болу? Нет, нельзя. А, ну как бы, ее можно поймать, но если ты не культист, она... И ты берешь в руку болу культовую, она сразу, ну, срабатывает на тебя. Окей, походу ран закончился. Я не знаю, даже свой хп нам нужно кровать и наставить где-нибудь. А тут, а в смысле там? А вот эти маленькие паучки чем плохи были для кровати? Кровать с пауков, мне кажется, неплохо. Произошел троллинг. А, я не могу летать даже. Мне форму, будто я могу летать, но я не могу. А, я убиваю врага и наношу себе урон. Звучит как обычный геймплей, да? Угу. А. Я, который играл в Лазика 6 лет назад, вообще не понимаю, что происходит на экране. А я тоже не понимаю, что происходит на экране. Это суть этого забега. Да, когда я убиваю врага. Эти, кстати, висельники, они считаются за врагов. Я наношу себе урон. Сердечко. Свист челлендж.
Так, я предлагаю в ту комнату не заходить сразу до босса. Хорошо, комната. Сделать кровати. Здесь. Все. Спать. А не то, что даже рандомные айтемы. Айтемы, которых нет в игре. У них статы максимально сломаны, в зависимости, там, не знаю. Типа, рандомный триггер, рандомный стат. И это может быть даже то, что не увидишь на других айтемах. Так. Тут мы не получили урон. Я не знаю, как это работает. Так, у нас 3 сердца минимум. Я не могу подобрать. Wake up. Английская комната. Мне нравится, как он пританцовывает. О! Технология X. Head to Fox. И B-Shot. Мне кольцо больше нравится. Верните мне вот это. О нет. Это вейвикап эффект. Надеюсь, он не будет стакаться. Может, это плохо. Что-то произошло. Так, ну главное, чтобы заряда хватало. Можем просто кроватями чистить. Можно музыку. Это так странно, в Айзек играть, когда звука нет. А, все, мы зачистили. Я слышу, тебе нравятся бомбы. Так, чат, мы не помрем. Мы не помрем. Идем спим. Куда музыка делась, да? Дайте мне что-нибудь включить, что ли? Сан-Клод, грузись. Сан-Клод отказывается грузиться. Ладно. Либра. В чем предмет предметов, которые когда подбираешь? Это один из эффектов, которые мы получили с этих сломанных предметов. Как и почему? Не знаю. Он просто работает. Я получу урон, враги пропали. У меня подходит это. Спать можно несколько раз, нет, один раз закрывать. Я еще не грузится, SoundCloud. А что если я скажу SoundCloud, что я с Австралии? Но он все еще меня не пускает. Эх. Я думаю, здесь все равно какая-то редкость эффекта. Это не выглядит хорошо, чат. Какая-то редкость эффектов настроена, иначе ты бы помирал прям не часто. Типа план С, если бы срабатывал. Может, полный рандом. У нас есть кровати. Нам ничего не страшно. Оно. У нас полет. У нас полет. А, говорит, мало кровати. Вот тебе еще. Таблеточки. Окей. Окей. Предмет.
Так, SoundCloud. Не хочет. Ладно, все, да, да, проходим этот этаж. Надеюсь, музыка в следующем будет. Фул, не хочу. В принципе, пусть будет. Так, мы магазин на этом этаже не находили, да? Странно. Не вижу ничего смешного. Амнезия. Забавно, что назвать привет подается в русские буквы. Интересно, как оно их рандомит. Не знаю. Могли бы и на китайском писать. Так, и куда? И куда? Здесь же я был, в этой стороне. Здесь был тупик. Нет. Нет. Но тут тупик. Экономия. Предметы очень дорогие. Карточку. Джар. Это рерол, да? Это рерол. Это пригодится, если мы какой-нибудь юзовый итем найдем. Да. Завози копипасту. А, секретка здесь. Амнезия. А. Извините, мне... Все, я понял. А где? Где босс-то? Здесь, наверное, не были. Были? Здесь не были. Где-то пропустил. Здорово, Лорис. Вниз. У меня опять нож. Мне его забрали. Сюда я не ходил. Точно. Блот. Лучший босс. Рерулить будешь, а если юзовый предмет будет, я зарерулю. Пассивный. Как, например, этот. Чё дает? О, нет. У меня монеток нет. Предмет. Он дал мне урон. Ура. Айзик потерялся. Сразу в кровавую комнату зашли. А, предмет? Предмет. Найс. Мне нравится количество сундуков. Я ищу комнату, где я могу кровать сделать. Но игра отказывается мне такие комнаты давать. Я кинул карточку хаоса? Окей. Эта карточка ваншотует все. О! Многоярусная кровать. Исполняйся с призрака, да. Эти бомбы. Ключик.
Оно. Оно. Что-то происходит. Мне бы контейнер. Пустой. А. Каждый элемент шеи в кровать превратился, да. Не можем даже сделать комнату жертвоприношений, потому что у нас какой-то предмет убирает все шипы. Враги просто пропадают. Я не против. Заряженный ключ оставим, наверное. Можно пойти подобрать. Следующую комнату также зачистить. Кровать гейминг. Да. Нет. Опять нож. О, нож. У нас не просто нож. У нас энергонож. Есворд. Минус, минус 30 скорости. 0.30. Это принято, что дать стримить Терри. Надеюсь, ищу по всем подвалам. Знаете что? Давайте проверим на секретку. Проверено. О, но. Почему это так рандомно взрывается? Здорово, Head of Timer. Да, варить стример. Скоро время есть. Даже если бы я хотел станцию постримить, то негде. На прошлом стриме было довольно весело с этим раном в Айзеке. TMT тренер. Поэтому почему не продолжить? Так, нам нужно. За 6. Минусы темы. Окей. Чарджмент. А мы можем. О, мы можем. У нас тут кровати. Рядом. Давай там. О, вот это так хорошо. Вот этот тринкет, это так хорошо. А бомбы, когда тролли-бомбы появляются, они в обычные бомбы превращаются, которые можно подобрать. Сами понимаете, TMT-тренеры любят давать бомбы. Очень. Блин, там тирсап пропал. Прекрасная кровавая монетка. Что же она делает? О, контейнеры дало. Прекрасно. 5 контейнеров. Мы сейчас с кроватью будем спокойно отхиливаться. Все это. Dead Service, да. Я возьму это сердце в конце. Нам нужны контейнеры для сердец. А, взял в конце. Взял. Этаж не тот. Мы не выйдем отсюда уже. Самый неприятный тип для нас, для нашего лазера. То есть три разных типа. Мамаша бывает. Которая топает. И очень неудобно бить. А, у нас Таурус, да? Эффект такой дает. Ну все, Р, да. Я не хочу совсем тратить контейнеры для сделки с дьяволом. Мне кажется, это единственное, на чем мы можем победить сейчас с кроватями. Шаг первый. Поспать. Ой, да он, нет, подожди, это я... Я, по-моему, не ту карточку прошел. Я подумал, что это не... Не перевернутая. Это перевернутая пристесса. Легко уклоняться, но... Все еще. На минуту за мной где-то должно следовать, да? Вроде все. Чат. Эта штука... Переролит все наши предметы.
Могу ли я отказать себе в TMT Trainer ранее от такого? Нет. Оно не переролило. Оно не переролило. Можно рефанд? Можно рефанд? У меня всего лишь 1000 часов в Айзике. Ну, рефанд хочу. Играбельно. Кровати? А, подожди. Переролило наш ИТМ. Они здесь не отображаются, ИТМ нам перероли... У нас больше нет кровати, чат. А это может быть проблемой. Это может быть проблемой. Супер F. Супер F, чат. Нравятся эти сломанные описания предметов. И не нравится вот эта красная штука. А, да. Оно стало синим. Я все еще взрываюсь по непонятным причинам. Я превратился в джигурду. Нет. Так. Предмет. Боюсь, сердечек не хватит на весь ран, если я буду так часто взрываться. Нет. Нажми кнопку. Ставка есть, да. Ну, была в начале. Рано. Два урона с ничего получил. H. А куда сердечки у меня делись? У меня, кстати, предмет еще похоже, который в первую очередь красные сердечки уходят. И поэтому кровати были просто нашим спасением. Я могу летать? А, найс. А? О, у нас этот появился. Луч. Луч смерти. Я все еще получаю урон. Вполне возможно, что это от нашего активного итема. Нам бы его поменять. О, у меня предмет, который делает... А почему сейчас не джигурда? У меня был эффект льва, который ломал камни. Его сейчас нет. Вроде после того, как я зачищу комнату. Да? Вот, вот сейчас. Или получу урон. Сейчас у нас еще другой эффект есть. Когда ты ломаешь камни, ты получаешь пауков. Дождь из пауков, наш любимый. Смотри-ка, я зачистил комнату и не получил урон. А, магазина больше не будет. Я считаю, нужно сюда потратить. Все, что у нас есть. Мне кажется, мне нужно установить мод, который делает быстрыми игру в аркаде. Я все равно... Он заспавнил огонь прямо подо мной. Все равно я прошел все уже эти чекмарки на тайминге. То есть это не будет даже читом. Синий ключ. Вот сердечки. Мод таймер тоже ускоряет. Значит, надо было ставить его раньше. Так, берем палец. Синий ключ. Открываются двери бесплатно, но еще одна зачистка комнаты. Черед, наверное, оставим. Дьявол. Наверное, это возьму. Дьявол. Палец. Да, палец может быть сундуки, а сундуки это может быть итем. Куда я бомбу толкнул? Луну хочу. Полетели. To the moon. Получу урон.
Так, опять получу урон. И нам нужны красные сердца. Спасибо. Минус музыка. Ну, я понимаю, зачистка комнаты. Сердечко. Больше пауков. Всех пауков этого мира хочу взять. Что? Как? Просто получу урон. Все, на босса. Не буду за карточка возвращаться. Больше потратим. А, куда? Это было быстро. Наконец-то. Ангельская комната. Первая. Я не хочу это сердечко. Потому что мы... На самом деле, какая разница? Не, разницы нет, но в любом случае хуже. Я могу так подобрать просто синие сердца. И не упереться в лимит красных. Полетели. Кафедрал. Вот this game did just come out. No, it's the beginning of Isaac. It's like 10 years old. У нас опять поменялся итем. Он носит урон. Я не против. Что же у нас здесь? Предмет? Нет. Очень много урона. Пауки. А, вот. Подожди. Но он у меня же уже нет. А, нет, я этот тринкет съел. Он у меня есть. Который бомба обезвреживает. Стрик стримов. В декабре вот точно был стрик стримов. Кстати, опять подал заявку на партнерку. Потому что был. Что-то смотрю по этой, по аналитике. Довольно много стримов. Может, пройдет. Не проходит, потому что там, кроме того, что получить вот эту ачивку, нужно ее потом поддерживать всю дорогу. Не знаю, кстати, могут ли ее забрать, если я не буду стримить так же регулярно. Да, и здорово, Массаурс. Так, сердечко. 4 стрима в неделю. Ну, когда... Когда тогда? Сейчас пока что просто партнерку получу. Пока видос пилить надо регулярно. Окей, пауки. 2 стрима в день. Неплохо. И еще 2 в ночь. Дошли до босса? Нет, не получал. Открываю. Алло. А,
А кнопка не работает, не открывает. А еще раз спуститься? Хорошо, хорошо, сейчас. Так, чач. А, там домофон нам поменяли. Сейчас музыку включу, спущусь за ключами. А ты я открывай, я тебя нашел. Так, музыка. С Австралии нет, а США. Подключение. Уже делать. Стрича позвонили, говорит, партнерка приехала. Так, сейчас. Be right back.
много раз ачивка. Что по ушам, чат? Вернулся. Плюс ключи. Можно теперь открыть комнату с сокровищами. И магазин. И библиотеку. Продолжаем. А тем временем у нас всего лишь 3 сердца. Что не есть хорошо. Так, нам луч нужно заряжать. Луч! Продолжаю получать урон. Чат. Чат, я пытаюсь от всех сил. Он силен. Как я это из-за и выйдем? Эти полсердца нам ничего не сделают. Окей. Глитчит Си. После стрима в среду и субботу просто их перезапускаю. Вот 4 стрима в неделю, да. Что же будет, когда я стрельну? Я очень быстро заряжаю их. Нет, 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 нет. Мне нужны сердечки. Мне очень нужны сердечки. Мне нужно зарядить луч. Да что такое эти ваши сердечки? Ой, это смерть. Смерть получается. Так, где он у нас? Исход прогноза. Смерть. Выберите исход. Умер от кринжа. Рестарт. Так, возьмем первый темп. Прекрасно. Шприц и радуга. Самое время для новой ставочки. Начать прогноз. Испытание. Смерть, победа. Поехали. Мортис. Люблю кнопки. Опять без звука. Опять без звука. Где у меня? Хорошо, что я этот плейлист уже открыл. О, прекрасно. На этаж пойдет. А где я здесь от них понтить буду? Мне их только успеть добить. Случайно опять... Кто-то у нас мажорит? Че, арбуз? Это будет великая победа. Где еще голосовалка? Еще идет. Или сейчас?
Все еще идет. Подожди, у нас музыка появилась неожиданно. Так. Нет. Ладно. Бомбу бы. Было бы хорошо. Дип. Худшие таблетки. Окей. Что-то произошло. Не хочу большую комнату. Плохо, что синих сердец не нашли. Минус шанс на дьявольскую комнату. Так, это у нас юзовый предмет. Выглядит прекрасно. Червяка спамит. Я не против. А он навсегда? Нет, не навсегда. Было бы круто. Червяк хороший. Если он кого-нибудь убивает, тебе полсердец. Сердечко хилит. И он дает нам холлишот. Вначале здесь урона совсем нет. И предметы могут не попадаться. Нормальные. Обычно нормальные предметы здесь считают те, которые полкомнаты взрывают. Куда мансить? Куда мансить? Так, червяк, давай. Ты слева, я справа. Работаем. Плюс 2 урона. Это хорошо. Могу червяка каждую комнату делать. Я стесняюсь. Прекрасная комната. Можно побольше таких. Люблю. Незамедленная музыка криповая. Он еще и перезаряжает. Найс. Да, он сам по себе еще заряжается. То есть в больших файтах, или если кого-нибудь еще предмет на зарядку будет, я могу несколько за комнату сделать. Бомбу бы. Здесь у нас тайная, явно. Червяк отказывается работать. Так, я хочу, наверное... Да все, наверное. Бомбу, конечно, можно было поискать на этаже. Не хочу возвращаться. Тем более там большая рума. Как же этот выстрел хорош. Лучом. Подожди, откуда? Я начал смотреть на статы, получил еще урон. Добили. Плюс хпшка. Так. У нас много урона. Но только на комнату. Видимо, когда я получаю урон. Ой, когда я получаю урон, я получаю урон. Плюс урон получаю. К слезам. Book of Weird. Все, всем промазал. Да как так? О, у меня слезы меняются. А вы откуда? Откуда? Когда я получаю урон, спавнятся синие типы. Конская таблетка. Она, по-моему, в 3 раза больше дает эффекта, чем любые другие таблетки.
С черви, смотрите, чуваки. Эффект неизвестен. Она может быть плохая, может быть хорошая. Перкс. В принципе, ничего она нам не дала. На кому-то она уменьшает весь получаемый урон до половины сердец. Это сейчас не очень полезно. Это будет полезно дальше, после мамы. Бомб у нас все еще нет. Да плохо, тогда хорошо. А вот и бомбы. Но для этого нам нужны еще бомбы. Ну хоть. А, подожди, а зачем я его там прожал? Мне теперь нет этого на комнату. В принципе, этих добью. И у меня будет, да, заряд. Пока что все выглядит неплохо. Хочу все комнаты зачистить, потому что бомбы нужны. Мне червяки восстановят хпшку. Куси, а он не может. Бомба. Спасибо, игра. Спасибо. Очень ценю. Репитанс это финальное дополнение, то есть больше делать не будет. Вроде да. Сколько я помню, не будут. Ну кто их знает. Деньги закончатся, опять сделают. Так, у нас есть что, есть магазин? Для бимбы. Давайте босса зачистим, потом вернемся. Что я делаю? Минус червяк на следующую комнату. А он здесь не пригодился бы. Бомбы все еще нет. А, легенда бомба. Новая игра от Макмилла. Я что-то не знаю. Вот после Айзека, что Макмиллан хорошего сделал? Фингерит вообще не... Зачем это сделано было? Бомба, я что-то трейлер посмотрел. Ну, такое себе. А, что у него там еще было? Гиш. Ой, не Гиш, а End of Night. Ну, она хорошо сделана, но чего-то там явно не хватает. Может, геймплея, не знаю. До мидбоя даже не близко. Как-то она слишком однообразная, что ли? А я прошел. Простите. Так. Бомба. Можем еще это купить. Больше бомб. Раз. Теперь. Сердечко. А, сюда. Бомба. А, знаете что? Смотрите, мы ставим ее под углом. И у нас тут получается мостик. Сука. Не получается. Учимся считать до трех со стримером. Что такое эти ваши бомбы? О нет, я не люблю его. Я его совсем не люблю. Слава богу, у него немного хп. 10 бомб. В описании 10 бомб предмета.
Он нам не дал 10 бомб. О, нет. О, нет. Это был эффект... 100-гранника. Я все предметы переролил. А мне нравился холишот, знаете. Сейчас у меня нет ничего. Но я очень быстрый. Почему я такой быстрый-то? Какая душная комната. Так. А, нет, не хочу, наверное. У нас 5 ключей. Прекрасно. Весь магазин наш. Зеленые мухи. Самые непри... Что происходит? Лучше не спрашивай, да? Я считаю, мы этот предмет оставляем до того момента, пока мы не заролим какой-нибудь... предмет, который вот урон по нам дает. И потом мы делаем опять до 100. Здорово, Спук. Да, продолжаем с испытанием. Один раунд уже был. Не очень... Ну, то есть он был довольно удачный. Мы дошли до сундука. Что тут происходит, да? Урона мало. Какой-нибудь модификатор нужен хороший. А вот и магазин. За 50. За 50 стоит предмет. Я куплю бомбу, карточку и пойду. Таблетку съесть. Сила. На боссе, наверное, прожмем. Вот эти большие черви мне нравятся. Они где-то около 50 в секунду наносят урона. Вот это мне совсем не нравится. Они очень толстые. А, ну, эти посла... Игра, игра. Прекрати. Кидаюсь порталами. Так, босс, да, каверны 2. Бомба! Как же его черви жрут. А, давно в Айзека играешь? Да. Ну, я еще играл на релизе немного. Немного там, немного там. А, до Афербёрса. Получается, в Реберсе я получил 100% ачивок. Афербёрс не играл. Худшее дополнение, все равно говорят. И вот в Репитанс опять начал. И здесь мне осталось 3 испытания до всех анлоков. Последние чекмарки на Tainted якобы сделал. И испытания. За спиной буквально появляется. Так, а зайдем в комнату, там могут быть предметы. Предметы, да, Настя, предметы. А, души с пауков. В смысле? За мной выехали. Там паук. Я... Хватит спавнить врагов у меня на голове. У нас есть сердечки на этаже. У нас есть сердечки на этаже. Это не выглядит хорошо. В общем, как только начинаю получать урон, все идет плохо. Может стоит перерулить? Может быть. Я подумаю над этим. Опять минус музыка. Где? Где Исаак?
Я... В следующую комнату захожу, появляется. Найс. А... Он лечит врагов. Он лечит врагов. Но вот этот эффект соплей зеленых очень хорош. Много урона наносит. А еще и крайне медленно. У меня скорость 0... Спасибо. 0,59. Давай еще раз. У тебя неплохо получается. Какой этаж? Некрополис первый. Оно. Окей. Хороший билд. Прекрасно. Можно... нет, вот сердечки можно я возьму и еще раз можно врагов. Еще раз снести сердечки. Что-то явно происходит в этой игре. Judgment. Таблетка. ХПшка. Это хорошо. Черед. Эти Judgment, наверное, оставим. Окей. Сколько раз мне нужно защищать комнаты? Сколько раз мне нужно защищать комнаты? Игра. Пусти. Пусти поиграть. А, бесконечный фарм предметов. Работает в 2023. Это хорошая штука. Но у нас удачи абсолютно нет. Я, наверное, два урона наших оставлю. Я думаю, здесь у нас тайна. Уже по виду комнаты иногда знаешь. Где может быть тайна, где нет. Сам взорвем. Плюс 5%. Деньги. Не самая удачная комната, конечно, для такого. Пусти! Опять минус музыка. В этот момент нужно губную гармошку доставать. Играть грустную мелодию, подходящую для подвала. Окей. Задиспавнил врагов, но не задиспавнил врагов, которые вылезли из врагов! Бомбы! Урон получаю. Я пошел. Так, дубль 2, да? Не получать. Мы справились. Зомби апокалипсис. Нет. Зомби апокалипсис. Прекраснейшая комната. Так, у нас закончились синие сердечки. Это нехорошо. Я очень хотел бы итем ангельский получить. Я не люблю эти маски. Они очень быстрые. Сердца убегают. Окей. Окей. Так, началось. Я получу урон. Так, нормально? Я опять медленный. Игра, прекрати это. Остановите. Вот здесь есть full heal. Здесь full heal. Пройдет ли он когда-нибудь эту комнату? Узнайте в следующей серии. Я быстрый. Я получил урон. Ну ладно, у нас full heal есть. Я опять получу урон. Так, что-то получается. Спавнит только зомби уже, хотя бы не сердца. Ну-ка. Так, сейчас нужно добить и зомби, и сердце. И минус скорость. Это не выглядит хорошо. Это не выглядит хорошо. Должно что-нибудь произойти, чтобы... Так, у нас фулл хил еще ушел из комнаты. Говорит, мне выйти надо. Так, зомби.
Я пойду в следующую комнату. У меня две бомбы всего лишь. Я могу это один раз использовать. О, нет. Окей. Окей. Это выглядит плохо. Мне жаль за эти 50 тысяч поставленные. Но это не выглядит хорошо для нас. Зачистил комнату. Ура. Нет, больше сердец. Мне не так понравились. Вот зомби. Вот сердца и вот зомби. Ах ты ж падла. Добить, добить, добить. Ура. Так. Я считаю, мы реролим. Нужно бить правильно мобы, чтобы все остальные... Я не думаю, что здесь какой-нибудь логике это все подчиняется. Так, у нас еще хуже стали наши слезы. Зачем вообще открываем? Монет 0. Я не хочу в ту комнату возвращаться. Но мне нужен предмет. Давайте посмотрим, будет ли реролиться сейчас. Там сердечки есть. Так, ну вроде они не воскрешаются. Мне нужно взять оттуда итем. Отсюда. Оно началось. Оно началось. Последний? Нет, вот последний. Мы это сделали. Чач, мы это сделали. Прекрасно. Что оно делало? Оно дало нам скорость атаки. Следующий этаж уже хочу с музыкой. Пусть даже замедленный, пусть глючный, но чтобы что-нибудь играло. Кроме музыки в голове. А, одна бомба, я не хочу рисковать. Нормальный босс, в принципе. Босс нормальный, а наши сердечки... Ой, сердечки, наши слезы нет. Так, так. Спокойствие, спокойствие. Сохраняем спокойствие. Живем, живем. Два босса качалки, да. Так, ага. Я даже не буду пытаться это прочитать. Все еще, кстати, комнаты ангела не было. А мы, наверное, урон получили, да, там? Ну, тайная комната. Бомба. А мы уже где? В дипсах. В принципе, если сердечки будет, надо будет ему сюда надонатить. Пристеться. Комнату зачистить. Следующую. Так, веселье началось. Чат, я не могу атаковать. Мне пришлось прожать D100. Я не мог кинуть ластик. Мы зачистили комнату. Давайте две комнаты пройдем с этим. А, она дает нам это. Комнаты все еще пере... Я кинул ластик. Больше не будет. Чат. Понимаете, ластик как работает? Ты, если попадаешь не в босса, он пропадает из игры навсегда. То есть, понимаете, эти зомби больше не будут спавниться. Мне кажется, мы оставляем этот предмет. Смол. ХПшка. И с ХПшкой очень проблема с сердечками, особенно с этим. С красными, потому что итемы их редко дают.
Так, я хочу магазин найти. Jumpscare. Просто волна один. Идут. Так, сердечек все еще для тебя нет. Они были. Они были. В смысле? А, нет. Никаких больше рук. В смысле? Я же кинул в него ластик. Неправильно какой-то ластик. Забирайте, он сломан. Эффект ластика опять сработал. Сердечки. Окей. Я не против. Можно в этих ластиках? Я их очень не люблю, да. Потому что у них, когда они прыгают, они в 6 сторон кидают пули, и они рандомные. Они абсолютно рандомные. Ты не можешь предугадать. Особенно в маленьких комнатах, это караул. 49. Перевернутую карточку бы взять. Можем 2 сердца задонатить. Мало. Можно попробовать, в принципе. Давайте остальное зачистим. Ну, что может нам еще и там взять. Дать. Окей. Что, ждем просто ластик и выигрываем игру. Наша стратегия. Слезами странное происходит. Их то много, то мало. Не стереть всех мобов из рана. Ну, вот примерно такое и будет. Даже в них ластик не кидается, они просто... А, вот сейчас кидается. Это просто срабатывает. Я не против. А, нет, 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 нет! Все, все стереть, мне не нравится. Стримеру не понравилось, уберите. Ладно, сегодня ждать, это в описании же нет. Нет онлайна, я не планировал допоздна сегодня сидеть. В субботу поиграем. Окей. Окей. С кем деремся? С кем воюем? Вот с ними, понял. А, привет. Давно не виделись. Так понимаю, пока полностью не сотрем комнату. Будет война происходить. О, блин. На босс не сработает ластик. Я очень быстрый, у меня очень мало... Я пошел. Дурацкая комната, мне это не понравилось. Скип этажа. А с боссом мы получим... Полароид. Нужен ли он? Он взорвался. Лол. За сердцами. Да, скип этажа прожмем. На полароид. Да, он не нужен, как бы. Куда мне деньги делись? Звук был будто... Глаз жадности срабатывал. Может, туда у нас монеты. Приехал, чтобы эти вазика поиграть. Здравствуй, здравствуй. Так, а наш вот этот D100, он не перероливал. Все равно перезапускание комнат. Уже пробовали. Так что я думаю, мы идем дальше. У нас какие-то слезы появились. Относительно нормальные. Нет. Так, ну и не перезапустила босса. Окей, я не против. Мне кажется, выглядит вполне нормально. Так, зеленая муха или пол камня? Уши, понизьте свет. Мне кажется, вот это наш вариант. Low the light. Low the light. Монетка. У меня монетки заряжают БТМ. Было голосование, 2 минуты. На первом этаже, как только начал, было голосование. Там поставили 50к, если что, на кон.
Где мы? А, Скарит Вомб. Это была ставка, не а голосование на что тогда? На что голосовать? За что? На предметы? Я все еще не понимаю, что голосовать в предметы. Они рандомные. Так, а здесь может быть сердечко. Может, но не будет. Так. Оп, нет, по боссам, к сожалению. Наш ластик как-то странно работает. Маман удалила, а вот когда кидает, то нет. Кстати, наш... а что наш предмет-то делает? А, о, от этих, от слез защищает на время. Удалите комнату, удалите комнату, я пошел в следующую. Окей, зачистка произошла. Несите новую комнату, мне это надоело. А, да, если он какой-нибудь предмет даст, этот предмет заруинит нам ран, то это будет хорошо. Да, тоже так считаете? Вив Гуди. Один из... четверть. Четверть, четверть Гуди. О! Большой! Биг! А я неуязвимый, да? Я все еще топаю. Сюда. Так, что у нас? У меня есть тень. Меня преследует черный мужик. Рип. Мне интересно, я все еще неуязвим? Вроде да. Пока я топаю, если эффект гриба, то я должен быть неуязвим. По идее. Таблетка. А, бэк-трип. Айзек, идиот. Гигачат Айзек, проверяйте. Гигачайзик. Мини-гигачайзик. Топчи их. А еще и стрелять могу так-то. Поехали, это на весь ран. Ой, блин, зафейлил здесь. Мог взять. Мог взять. Чат, вы видите вот это вот? Вот этого. Чат видит вот этого чата. Он в вашем направлении уже выдвигается. Начинайте бежать. Если вы, конечно, можете его перегнать. Долго? Сколько он длится? Я не помню, минуту, по-моему, длится оригинально гриб. Слишком, мне кажется, уже больше минуты прошло. Удалил комнату. Так, что, открываем до последнего сундук? Что это у нас? Вом 2, да? Нам стоит оставить 4 ключа. Оооо, херофант. Берет 4 ключа, оставляю на сундук на всякий. Вдруг нам не выпадут. Микрочелик. Оп. Чли. Ладно, еще дважды откроем. Там может быть предмет. Пусто. Я же не буду стрелять, я буду всех топтать. Сюда. А, я тоже снесу, Здорово. Так, Evil Friends и Nine Tails. Nine Tails мне нравится. А, кстати, привет, Ангел. Дай ключ, погонять. Я могу ключ взять. Эти слезы. Вроде еще между этажами должен сохраняться же, да? Я даже не хожу, я топчу. Пул хп. Ладно, давайте, убедили.
Убедили. Он идиот. Здорово. Я даже неуязвимые блоки топчу. Вот эти вот. Которые нельзя взорвать. Двигатель враг. Здорово, Дилантора. У нас тут айзик. Самый глючный айзик в моей жизни. Только с низшего ранка, где ты начинаешь с CMT тренером. Сюда. Опа. Больше предметов. Всегда рад. А я не могу. Я не могу туда прыгнуть. А, ну да. Это не так работает. Если следующий, кто зайдет на стрим и спросит, а что тут вообще происходит, а что я выигрываю? Мне так кажется. Гриб какая-то вечно будет. Видимо, да. Не, понимаете, я буду продолжать собирать все предметы. Следующий предмет, вполне возможно, меня убьет. Это возможно. Это возможно. Гапи. Получить урон. А через что-то, кстати, мы получали. А, через таблетку. Она таблетку нам урон нанесла. Предмет, который стакал Дамоклс. Я еще ни разу не получал этот эффект в TMT тренере. Эй, Айзик. За тобой пришел мини-Айзик. Где ты? Выходи. Выходи, будем сражаться. Наша битва будет легендарной. Или нет? А плюс, да, представляешь, урон не получил. Два этажа, три этажа подряд. Как это может быть? Orchid out all. Мы все орки. Это, понимаете, у меня еще и слезы есть, я могу еще и стрелять. 24 урона слез. Lame on. Lame on, товарищи. ХП ап. Godhead, да? Прожимной тен. Я его жму, и ничего не происходит. Да. Окей. Где я? Рейнер. That's power. Не вижу ничего смешного. О, босс, мой нелюбимый. Ну-ка сюда. Полетели. Так, заново, да? Заново так заново. Я могу еще раз так сделать. Потопать. Пустая комната. Здорово. Я буду просто здесь, ты умрешь. Предмет. 9. Взять. Я не могу предмет взять. Что? Почему? Во имя чего? Здорово, Блот. Пока, Блот. У меня такое ощущение, топот стал еще больше. Нет? Тряска экрана. Много предметов. Я иду за тобой. Просто прохожу насквозь, понимаете? Сейчас, смотри. Просто прохожу насквозь. Гига пердеж стал. О, здорово, Мухин. Вы же понимаете, мы зачистим весь этаж. Мы возьмем все предметы. Прикольно. С обоих сторон комнаты. Еще предмет. Я не могу брать предметы. Почему? Хочу взять предмет. Я взял предмет. А? Сейчас берутся. Ладно.
Что-нибудь с моими слезами поменялось? Нет. Этот гигапердеж. Окей, окей. Так, Angry Man, Stars, Judgment. Императрицу давай. Звуки хелпов. А когда у тебя тело есть, берешь, когда только голова нет. А, может быть, я когда предмет прожал, что-то поменялось. Предмет прожимаю? Могу, нет, сейчас одна голова все равно взял предмет. Так. Понимаю, там, конечно, конец испытания, но. У нас еще осталось пару комнат и два предмета. Эти слезы. Просто атака с воздуха. Красный. У меня что-то было на голове. Окей, пусто. Здорово. Здорово. Блинкин Тирс. Бинки Тирс. Мне кажется, я ускоряюсь. Так, это мы брали. Нам... Не, хочу взять. Нет, тогда затем предмет... Ну, ладно. Защищаем комнату. О, ну. 5 ТВ. Это трё. О, боже. Так, я хочу тот предмет подобрать. Я его точно подобрал? Мне кажется, я его растоптал просто. Ну что, время истины. Здорово, Айзек. Это было очень антиклиматично. Игра крашнулась. Но я успел увидеть, что ачивку я получил. Ачивка была получена. Temperance перевернутая. Это которая... А, 5 таблеток, случайных таблеток подряд, по-моему, съедаешь. Карточка. Зачеркнуто. Delayed Viz. Зачеркнуто. Уверен, что так и задумано было. Вполне возможно. А, в принципе, почти 2 часа. Я не хочу особо... Сейчас начнется рестарт Фиеста, если я буду 2 оставшихся испытания пытаться. Это у нас... Вот. Осталось 2 испытания. И все, что закрытое. После этого только собрать предметы, которые я заанлочил. И будет дедгад. Нет, это будет рестарт Фиеста, и в принципе время уже нормальное, чтобы мне поехать гулять. Так что всем до субботы. Будем играть станцию. Ставку закрыть. Стоп. Ставку закрыть. Да, выберите исход прогноза. Победа. Выберите исход. Это была великая победа. 50к. На победу... А, ну, поставили больше. Ну-ка, там можно посмотреть? А, я уже ее... Потому что закрыл ее, не смогу посмотреть. Ну-ка, обзор. Обзор. Выиграно 66 тысяч. Сколько у тебя баллов сейчас, Арбуз? 66 получается? Или плюс 66. 69 тысяч. Неплохо. Найс. Ладно. Всем удачи.